Курсы химиотерапии облегчат для пациента Восточного Казахстана. В региональном центре онкологии и хирургии впервые осваивают применение вживляемых имплантов-катетеров. В химиопроцедурах исключат прокол вен и возможные осложнения. Медицинские инновации увидел наш корреспондент Вячеслав Фетлугин. Батин Кожахметова нуждается в ежемесячной химиотерапии. Последствия прежних процедур Батин демонстрирует наглядно. Пораженные от уколов вены. Сейчас пациентке легче. Медпрепараты вводят через вживленный под кожу катетер. Говорит, инородное тело не ощущается. Имплант диаметром около 2 сантиметра, не больше монеты. Раньше я шла на химиотерапию с постоянным стрессом. Боялась боли. После решилась на вживление импланта катетера. И мне больше не прокалывают вены для введения препаратов. Уже легче. Инородное тело в себе не ощущаю. Хожу в магазин и даже забываю, что во мне катетер. Схожие отзывы у первых 10 восточноказахстанцев, прошедших курс бесплатной имплантации. Пациенты с осложнениями желудочно-кишечных заболеваний. Им облегчат до 12 курсов столь необходимой химиотерапии. Получается, через специальные иглы химиопрепараты будут капаться через портсистему. В течение года частое, то есть прокалывание периферических вен, вены истончаются и бывают трудности. Медицинские импланты, в том числе и катетеры, Казахстан закупает во Франции, Германии, Польше, России, Китае. Впрочем, перспективы собственного медпроизводства как никогда близки. На востоке страны уже разворачивают пробный выпуск эндопротезов из уникального сплава биосовместимых металлов. Отечественные разработки проходят финальный этап клинических испытаний в столичных НИИ. Вячеслав Фетлугин, Жигер Бабаканов. Итоги дня. Усть-Каменогорск.